первую очередь, конечно, больше знакомства с собой. Без знакомства с собой вряд ли удастся как-то хорошо здесь прожить. Ну, хотя, может быть, иллюзия такая и создается, но по своему опыту могу сказать, что с собой надо. И вот как раз и три принципа, и люди, которые это практикуют, и те, кто это все рассказывает, это один из способов, наверное, гармонично и тонко добраться до тех глубин, которые есть у каждого, но, может быть, не каждый об этом знает. Ну, вообще, это стоит попробовать.